Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Cyberpunk 2077. Итак, что у нас тут? Последняя танго в Найт-Сити, мы одолели Смешера. Это было очень просто. Так, нам дойти надо до этой капсулы, подключиться к Микоше. Ну, давай, ползи, братан. Че, ты куда? В воду лезешь, что ли? Это че? Что такое? А, и я за Джонни играю полностью, прикид его. Забраться на крышу. Опять кошка. Урчит. А, прекрасно. Еще одна? Или это одна и та же? А, вот это место, где подумать можно. Так, это пуля из башки. Вернет мой дух эллинский ювелир в обличье филигранной птицы. Золотой фигурке то большая честь помочь монарху пробудиться или на золотое дерево воссесть и петь почтенным византийцам о том, что было, будет или есть. Че-то какая-то наркомания непонятная под грибами. Но мы в Микоше, в сети. Поэтому здесь все. Это матрица прям. Видишь, а ты не верил, что я совсем разберусь. Я тоже рад тебя видеть, Джонни. Ты видел, что тут творилось? Нет. Но может, оно и к лучшему. Так, и чё, и чё? Чё делать? Ты много потерял. Это было мое лучшее выступление. Ты хотел сказать твое и бестии? Бестия мертва. О, прости. У меня тоже все не весело. Альт обрабатывает меня душегубом. Я весь на нервах. Альт, ты где вообще? Может, поздороваешься? Я теперь энграмма. Ёбаный конструкт. Ну, добро пожаловать в клуб. Альт, ау, ты здесь? Она сказала, что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать, бла-бла-бла, хуё-моё. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет, скинула данные за секунду.
Неважно. Она еще сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу. А потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Да блять, в смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тело. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Твою мать, Альт! Как ты вообще могла так накосячить? Я не могла оценить ситуацию, пока не появилась возможность провести полную диагностику. Ты обещала пацану новую жизнь. Ты его наебала. Так получается? Джонни, заткнись, пожалуйста. Мне надо подумать. Так, блядь, просто ебаните новое тело и все. Ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять. А он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Пиздец, блядь. Это поворот. Эй, не надо делать из меня врага. Все будет, как мы договаривались. Да уж надеюсь. Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Если мне все равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу, ты остаешься. Теперь тело твое. Нет, это я должен уйти. Ах ты лживый кусок говна. Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня, а Ви вернется к прежней жизни в своем теле. Так, а где колодец? Я что-то не понял. Ладно, мне нужно перейти по мосту. Ну, идем, значит. Потому что что это за наебалово, ебать? Пацану-то обещал? Джонни, надо выполнять. Ты, блядь, издеваешься? Чё такое, блядь? Уйди! Нет никаких вариантов, двуличная мразь! Мы договаривались! Ты съёбываешь! Я остаюсь! Так, а я не понял. Так, я же иду. Так, спокойно. Нужно выдохнуть. Я, видимо, принял слишком большую дозу Сильверхенда. Слушай, Джонни, если бы я выбирал, с кем жить на необитаемом острове, ты был бы на последнем месте. Честно. Тебе бы даже герои сраной игры корпоратов обошли. Потому что ты эталонный мудак. И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Но это не значит, что я желаю тебе смерти. Так, Винни, не глупи, блядь. У меня только одна просьба, говнюк. Не забывай обо мне.
О! Все четко, я жив. В своем теле. Без Сильверхенда получается. Пал Мило в кроватке. А где я вообще? Так, амулетик заберем, это мой талисманчик. Блять, откуда кровь нахуй? Доброе утро, Ви. Надеюсь, ночь прошла спокойно. Угу. Для вас нет новых сообщений. На сегодня у вас запланирована одна встреча в посмертии. Сервис Деламейн прислал уведомление, что такси прибудет в назначенное время. Отмечу, что вы не вносили в календарь события после текущей даты. Запустить процесс планирования? Нет, спасибо. Все так и должно быть. Хорошо. Удачного вам дня. Привет, босс. Привет. Он приехал? Нет еще. Но будет вовремя. Зато его люди уже успели тут повертеться. Проверяли, чтобы все было чисто перед тем, как он сам приедет. Ха, думали, наверное, что мы их не заметим. Что с оборудованием? Оружие есть, все остальное тоже. Полный бак. Хоть сейчас запускать. Спасибо, я скоро буду. Так, надо ж одеться, а то что я в трусах-то бегаю. Так, курточку. А маечку Джонни. Так, очки. Золотые авиаторы Ви и авиатора Джонни. Нет, будут у меня мои авиаторы. Я же все-таки уже... Дорогие леггинсы Ви. Блять, какие они блатные. Расфуфыренные. Так, авиаторы от... Антигравы от Бестия. Нет, у меня есть мои ботиночки золотые. Так, что еще есть у нас? Кепки. Кепки нету, да? Это рубашка Ви. Обычная рубашка. Ладно, я же Ви все-таки. Будет одежда Ви. Доброе утро, Ви. Привет, Дел. Вы готовы начать полет? Да готов, дай сяду. По смерти. Жми на полную. Слушаю и повинуюсь. Вы выглядите совсем измотанным. У вас была тяжелая ночь? Скорее, тяжелый месяц. Возможно, вас тяготит успешность. У меня сложилось впечатление, что вы получили все, что хотели, и успешно показали городу, кто здесь главный. Я могу вам чем-то помочь? Мне бы очень хотелось. Расскажи мне, какие настроения в городе? Арасаку продолжают преследовать несчастья. Внутренние конфликты, падение стоимости акций, рекордно высокий рейтинг недоверия. И это лишь часть проблем. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Ага, обещали миллионерам бессмертие, огромные деньги брали. А сами собирали энграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. А что народ? Поговаривают, что вы беретесь за большое дело. И что вам будет помогать кто-то очень влиятельный и очень богатый. Других тем мало. Арасака безуспешно пытается восстановить хотя бы подобие порядка. Вы по смерти в безопасности. По крайней мере, пока. Ага, понял. Могу ли я задать вопрос? Валяй. Вы недавно упоминали, что для вас важно только одно – увидеть Найт-Сити с самого верха.
Надеюсь, твоих познаний хватит, чтобы осознать, что это была метафора, и ты не будешь объяснять мне технику безопасности Вави. Сарказм. Смешно. Я желал спросить, что будет потом, когда вы достигнете этой цели. Так. Вот тогда и спросишь. Когда достигну, тогда меня и спросишь, окей? Заверяю вас, что так и поступлю. И я очень рад. Чему? Тому, что смогу спросить. Это значит, что все получится, а вы все-таки вернетесь. Угу. Я выбрал оптимальный маршрут. Скоро мы будем на месте. Последний комментарий перед тем, как я... Да, супер оптимальный маршрут с этим постом. Картинка-то что надо было. Тогда желаю вам хорошего дня, а также удачи во всех начинаниях. Так, взгляд с высоты. Мы поднимаемся, значит, наверх на крышу, да? А, нет, мы и так на крыше. Ну, такой себе здесь видок. Ладно. Поедем по смерти. И начать собственный путь последнему рубежу. Отправь слово «космос» на 7299 и получи шанс выиграть недельную путевку на двоих в Хрустальный дворец. 10 казино, 5 бассейнов, аппаратура для брейн-танцев и лучшие повара во вселенной. Хочешь оказаться в настоящем раю? Не откладывай ни на микросекунду. Отправь космос на 7299 прямо сейчас. Хрустальный дворец. Босс. А, все хорошо? Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Так, я босс? А че так тихо? Где музыка? Ну, давай поговорим. Что-нибудь выпьешь? Как обычно. Сейчас будет. Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А в чем проблема? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу. Обычно сильверхендовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном. Так что по обычаю посмертия тебе полагается один из именных коктейлей. Только скажи, за кого пьешь? Давай за Джонни выпью. Сделай мне сильверхенда. Выпью за Джонни. Я знаю о нем только по рассказам, но ему бы, скорее всего, понравилось то, что ты задумал. Он был бы на седьмом небе. Я знаю. Удачи, Ви. Чё задумал? Что задумал? А чё происходит? Так, все, пошли. Какое-то суперзадание ожидает нас. Это интересно. Привет, босс. Здорово, здорово. А. Этот момент все-таки настал. Я, наконец, встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рад, что не разочаровал. Садись. А ты, блядь, кто такой вообще? Ну, рассказывай. С чего начать? Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получил деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовал все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. Моментом ограбить казино? Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу.
Да, блядь, что там за казино? Поэтому такое? Ты и нанял меня. На самом деле я тебя нанял, потому что ты пойдешь на все, чтобы получить хотя бы призрачный шанс на выживание. Даже если ради этого придется оказаться на волоске от безвременной гибели. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Че это такое? Ох, ёптель-моптель, что это, блядь? Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Угу. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится... Ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получил все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Так, шлем, нужно одеть шлем. Это я в космосе, получается? Крутяк. На последнем суперзадании, получается. Ну что, была не была. Удачи. Увидимся внизу. Конец связи. Где тут кнопочка? Вот она. Ебать, охуеть, я в космосе. Привет, Ви, как дела, малыш? Давненько ты не заглядывал в Тереневику. Наверное, чумбы из посмертия нашли тебе в высшей лиге нового рипера? Какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Нордоук ходит? Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай, наслаждайся жизнью. Ты это заслужил больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Говорим за жизнь, вспомним старые добрые времена.
А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый Рипер. До встречи, Ли. Я что-то не понял. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела, как вообще жизнь. 100 лет с тобой не виделась. Ты еще в Найт-Сити? Честно говоря, меня так все достало, хочу просто все бросить и уехать. Но что-то вот пока не уехало. Тут как в болоте. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что остаешься тут навсегда, как Эвелин. Короче, береги там себя, не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Привет, Ви, это я. Панам, помнишь? Которая с машиной. Слушай, у тебя не найдется для меня случайно какой-нибудь халтуры? Что угодно, возьмусь за все, главное, чтобы заплатили. Если у тебя что-то есть, или ты можешь меня порекомендовать, перезвони, ладно? Я буду очень благодарна. Ну вот, как-то так. Вроде бы все. Увидимся в посмертии, наверное. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, чем все кончилось, что с тобой сейчас, но если тебе нужна помощь, можешь считать наш лагерь своим вторым домом. Ты очень много сделал для меня и для моего клана. Этот долг я готов вернуть в любой момент. Удачи тебе на дороге жизни, Ви. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогой мой, скоро мира тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способен. Ну, в общем, и все это и есть конец.